Идет включение бесшумного компьютера. Загорелась лампочка здесь. И вот загорелась лампочка на клавиатуре. И теперь на экране мы видим запуск операционной системы Linux Deepin с бесплатной лицензией. Операционная система загрузилась. Открываем интернет. Например, Яндекс. Вот он загрузился. Щелкаем любые новости. Открываем тексты. Печатаем что-нибудь. Таблицы. Числа. Внимание! Внесем эталон шума на настенные часы. Уберите эталон шума. Унесите их в другую комнату. А теперь послушаем шум от компьютера. Я слышу шум в батареях. Совершенно безвентиляторное решение. Блок питания выведен наружу. От него можно заряжать смартфон, планшет или что там у вас нужно. Или беспроводную мышку, как в данном случае. Выключаем. Если вам нравится больше операционная система Windows, то вы можете загрузить ее. Все, он выключился. Лампочки погасли. Компьютер полностью не работает. И это его вид через 3 года. Обратите, как много пыли за это время. Можно закрыть крышку. И все.